у меня сейчас все переходит на другую структуру. Я занят вообще жестко, отвечаю. Я вот даже мы с Леной только переписываемся, а тебе писать, ну, смысла нет, потому что, ну, я маме, у мамы спрашиваю, я маме говорю, Макс, ты давай, что я папу спрошу. Не знаю, передает она или нет, ну, я в этом месте получу 35 тысяч, нафиг. Нас дулят, нас обманывают. У нас так 35 человек все получают. Но нам не дают. Я за 8 месяцев должен получить 800 тысяч. Да никак, пап. Мы, если честно, мы уже и бумаги все писали, честно тебе говорю. Нас просто дулят и все, и вообще не понятно. Да писали мы рапорта, я и на увольнение рапорта писал, ну все, и нам не обушили, мы хотим еще написать бумагу. Посмотрим.